Пришло время красить боковые стены. Вот эти серым цветом. Беру просто тряпочку. Такая шлифовочная бумага. Файн, которая очень маленькая. И немного просто дошлифовываю там, где я зашпаклевала. Тут, в принципе, все ровненько. Совсем чуть-чуть. Все гладенько. И теперь можно приступать обклеивать лентой. Значит, здесь я пробовала краску. То есть купила я. Краска оказалась серая, но она очень темная. Это ни в коем разе. Потом я пыталась просто разводить. Не пыталась, а пробовала разводить. И дошла вот такого результата. Я думаю, это будет смотреться с туркиз очень красиво. Так как уже вот это заметно, два цвета. В принципе, этот цвет такой яркий. И поэтому два цвета сочетаются очень хорошо. Значит, краску я приготовила сама. И теперь я буду клеить ленту. Здесь я, значит, обводить ничего не буду. Так как уже здесь было введено все. Это рамочка, поэтому я ее вижу и прям по ней сейчас буду экономить время, отводить это обратно. Так, и вот сюда начинаем приготовила вот такую серую краску. Начинаю с акриля.
Я думаю, смотрится очень даже неплохо. Сочетаются хорошо эти два цвета. Да, проходите, садитесь. Я убираю, может быть, где-то кусочек. Что происходит? Отскочила от этого. Ошибка на чепке, старые краски. Либо, может быть, это волосинка где-то какая-то. Ты хотел со мной поговорить? Да. Говори. Ну, во-первых, я хотела извиниться за Андрея. Ужасно то, что он сделал это. Просто отвратительно. И я с ним послушала.
хорошей зимы и найти не могу. Еще чуть-чуть. Все. Найдем легких. С ума сойти. Проходил канал, поэтому мне хочется, чтобы бутровности были. Вот как бы немножко краска. Поэтому я ее удаляю. Вот этот я последний. Вчера забыла зашпаклевать. Пока буду здесь вокруг красить, он как раз уже подсохнет, потом я его. Так же самое немножко обшлифую, и будет хорошо. И вот эти кружки я тоже немного
как бы так прикольно, потому что я его тоже отводила. И как бы там аккуратно не делаешь, но все равно по бокам краска, ну, бывает утолщение. Чтобы при покраске не было этих кругов видно. Не то, что цвета, а вот именно вот этих кругляшков. Я их немного обшлифую. Вот это все хорошо. Ну что, очередная стена готова к покраску, и я начинаю обклеивать клейкой лентой. Туда попадет
вот эти брызги от этой серой краски. Тогда надо скорее удалять мокрой белой тряпочкой, которая не окрашивается. Не обязательно, чтобы она была белая, но которая не окрашивается. Когда краска белая, тогда очень все хорошо будет видно на ней. Краска влажная, круги вот эти вот еще видать, хотя у них нет никакой оболочки, они гладенькие. Но потом, когда краска высохнет, видно, ничего не будет. Здесь от вот этого кругляшка есть такая, я проглядела небольшое утолщение. Я его просто вот так беру и убираю. Опять закрашиваю. Закрашивать нужно хорошо, чтобы валик вот прям закрашивал вот здесь, где заканчивается стена и начинается вот эта наклейка лента, чтобы вот здесь вот таких вот промежутков ни в коем разе не было. Когда вы оторвете ленту, здесь будет краска, останется белой. Поэтому смотреть, чтобы не вылазить валиком за эту ленту, где находится белый цвет, белая покрашенная стена, но здесь хорошо прокрашивать. Прям хорошо валиком надавливать вот именно в эту сторону, но обязательно смотреть, чтобы не было вот таких толстых полос. Обязательно это еще и еще проходить по этому месту, чтобы валик опять впитывал эту краску, чтобы по краю было хорошо окрашено. Это очень-очень важно. Иначе придется потом обратно приклеивать эту ленту, брать опять акриль, чтобы откоррегировать этот участок. Прокрашивать, чтобы не было скопления краски кучками. Хорошо прокрашивать. Если вдруг во время краски, значит, какие-то капли внизу, я их сразу размазываю, чтобы они не успели засохнуть, потому что будет потом тоже в этом месте, ну, видно эту капельку. Скорее надо белить на второй раз, чтобы не получилось так, что сверху так присохнет, что я не смогу потом убрать ее чистую.
сначала убираю скорее вездеренду, потом покажу, что произошло у меня в одном местах, то, что не должно было произойти. Немного я переждала с убиранием ленты, и произошло какое-то не очень приятное событие. Такое не очень приятная такая вещь. Сейчас я убираю скорее дальше. Снимаю очень аккуратно. Не дергаю сильно, прям очень аккуратно. Ни в коем случае нельзя передерживать акриль. Акриль сохнет довольно-таки быстро. И потом открывается с краской.
потихонечку снимаем. Почему потихонечку? Потому что она очень клейкая. Такая клейкая, что даже на бордюрах может краску. Если с краской можно ее выбрать. Вот случилось как раз то, что не должно было случиться. Вот это выглядит вот так. То есть вот это акриль получается. Ну, там осталось то, что я нанесла акриль. Вот, когда я немного переждала, и акриль уже высох, и вот получается, при удалении, кстати, тут никогда не замечала, что тут потеки, так их надо будет обязательно удалить. Ну вот произошло то, что не должно было происходить, это вот как раз получилось. Акриль, ну, лента оборвалась вместе, получается, с акрилем. Вот. Это когда переждешь, вот такое может получаться. И вот здесь немного есть. Вот галочек. Тоже это мне, конечно, не очень нравится. Я обязательно это сделаю заново. То есть я дождусь, пока это все хорошо подсохнет. И потом так же самое опять сделаю ленту, приклею, нанесу немного акриля и так же самое подкрашу. Но это можно делать сразу, когда краска еще все это свежая, то есть когда, ну, там не прошло какой-то промежуток времени, а вот именно прям сегодня вечером либо завтра. Смотрела я на эту стенку снизу. И мне не очень понравилось. Там не совсем были, ну, не совсем ровно получилось. Поэтому я приклеила еще раз ленту и сделала акрилем. И вот я покрасила на первый раз. Сейчас покрашу второй раз и удалю эту ленту сразу же. Все хорошо подсохло, выглядит лучше, чем я даже думала. Краску я размешала сама, и она очень получилась здорово. Как я уже говорила, стол у дочки белый с серым. И очень хорошо подходит по цвету здесь. То есть серый это вот как бы такой холодноватый цвет, а вот это просто вообще что-то. Этот туркиз цвет, он очень теплый, очень красивый и наполняет прям всю комнату. Очень красиво. Но когда будет стоять мебель, когда будут там расставлены декорационные какие-то там статуэтки, будет вообще все здорово. Хорошо, стенка высохла. Теперь я буду делать обратно розетки. Я вчера помыла розетки. Вот они у меня все высохли. Сейчас я их буду обратно на место прикручивать.
Резинка немного поломанная, поэтому я ее сюда спрятала. Я здесь все равно не видно. Резинки прикрутила. Вот покрашена свежая комната. На окнах стоят сетки. И вот что я вижу. Уже вот один друг появился. Ему нравится очень это место. Его надо скорее убирать, потому что от них остаются потом черные такие крапинки, как от мух. Поэтому надо его срочно отсюда убрать.